столице, вильной и незалежной, проходил парад ревности, гей-парад по-нашему. Ну. А в августе обещают пройти парадом по Одессе. Что вы об этом думаете? Ну как, что я думаю? Хорошее дело, хорошее дело. Вот эти вот гей-парады сейчас нарожают Украине детей, детей. И вот они будут защищать Украину. Вот они будут защищать Украину. А другим? А других, другие не будут? А другие, я думаю, не будут. Они не смогут там. А как же они нарожают детей? Они же могут только... Ну как же? У нас Украина сейчас на это опирается. Вы что такое говорите? Как вы можете? Вы что? Что? До свидания, мне нет? Спасибо. Мне детей кормить надо.